Вот мы сами поужинали сейчас с братьями и решил Шарика покормить. Все-таки он у нас сторож, охраняет нас бдительно, особенно днем. Ну, ночью он спит, у него ночная смена отсутствует. Он отдыхает в этот момент. Ну, как у кошки, у него все равно ушки на чеку всегда, даже ночью. Да-да. Вот, можешь заснять, какая у него радость будет. Шарик, Шарик. Там надо будет скосить потом. Шарик, 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 ням-ням-ням. Хвост у меня оторвется у тебя? А, Шарик. Ням-ням будешь. Я ему сухариков тут и остатки молочного супа у нас. Шарик, Шарик, Шарик. Шарик. Команды не было еще. Что ты? Без благословения полез за чашку. Аккуратно подходит. Все-таки он. Да, да. Ням-ням-ням. Можешь это, так звук поснимать. Чего не смотрит на меня? Ем, ем, видишь, так. Смакует, называется. Человек точно так же сидит, там что-то там вылизывает еду свою. Аккуратненько ест. Что делать? Чем занят? Насаживаю на колун. Покажи, приблизь там, как он делает. На колун. Сделал. Вот это приближает, удаляет. Ну лучше пока я не. Сделал две прорези. Сейчас я насажу дальше, чтобы она торчала. Примерно вот настолько торчала. Потом клинышки сделаю деревянные. Забью здесь клин на клей, на ПВА. Вот. А потом здесь, поперек. Потом резинку сюда поставлю. Там есть резиночка, чтобы это. Ну как бы так. Резиночка вот у меня. Вот сюда я ее закреплю. Таким образом. Полностью показываю. Вот и будет. Отлично. А как закрепишь? Что-то забивать будешь сюда? Есть пена. Пена? Конечно. На пену и все. Могу здесь еще хомутиком. Ну это так, мои фантазии. Да, насчет пены. Пена может расшататься, наверное, сильно. Нет? Шарик-то, наверное, все съел, Володя. Посмотри. Ест. Володя, спаси Христос. Слава Христу. Все, выключай. Кнопочку нажми.